Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемый, горячо любимый, я говорю от имени всех музыкантов, которые сидят на этой сцене, Ильхам Гейдарович, спасибо вам огромное за приглашение и возможность выступить перед высокими гостями. Для меня это большая честь, большая гордость. Ну и вообще в моем почтенном возрасте это каждый раз как последний. И поэтому я хочу спеть для нашего высокого гостя песню с очень необычной судьбой. Вообще, вы знаете, я пою только свои песни, я вообще поющий композитор. Но учитывая вот сегодня такой вечер, я хочу спеть песню Василия Павловича Соловьева-Седова, которая вначале называлась «Ленинградские вечера». Но потом в Москве было какое-то международное большое мероприятие, и Василия Павловича уговорили, значит, сделать... А московский не помещается, потому что ленинградский 5 слогов, а московский 4. Поэтому сделали «Подмосковные вечера». Вот хочу я вам сегодня спеть «Подмосковные вечера». И Мехрибан Ханум стал одним из самых красивейших городов мира. И хочу вам спеть песню, которая прошла со мной всю мою творческую карьеру. Первым исполнителем этой песни был Муслим Магомаев. И песня написана на стихи московского поэта Анатолия Горохова. И называется она «Город мой Баку». Oh!
ушли от моря горы, жажду утолив, и лег на берег город, охватив залив. Он стар и вечно молод, здесь на берегу в залив глядится город, город мой Баку. Ты весь из золота соткан, и на склоне дня закатным золотом окон одаришь меня. А ночью звезды бледнеют от твоих огней, и нет мне неба роднее, нет земли роднее. Даришь меня, а ночью звезды бледнеют от твоих огней, и нет мне неба роднее, нет земли роднее, нет земли роднее.